Хай, всем с вами Джоэл, я тут немножко поездил и поднял себе уровень до 609. Я эти задания тут поделал, оказалось, я сделал всего лишь пару штучек. Если что, то вас не переживайте. Я некоторые тут задания перепрошел, можно так сказать. Давайте попробуем. Теперь мы должны более легко это все пройти. В одиночку. Давайте я прикрою отступницу. Эти люди легко. Вот видали, да, я как и поднялся на Изи. Сильно. Погнали. Надеюсь, сейчас у нас получится. А то это... Вчера меня бомбануло слегка. От этого, что вчера было у нас. Вчера, точнее, на прошлой серии. Хорошее у них время, но я лучше езжу, чем и они. Да. Они хорошо разогнались, но вести их должен ты, Алекс. Сейчас все устроим. Задавай темп, Алекс. Тихо. Вот это сам такие дурацкие ворота, которые мне больше всего не нравятся в этой карте. То-то еще не будут такие, но они такие более, можно сказать, более такие возможные. Если может даже так сказать. Хасен, ё-моё, Джоэл, и меня опять слетело. У меня опять память закончилась на жестком диске. Я не показал, как я прошел это дворское задание. Я так не хочу в него заново играть. Вот просто так не хочу в него заново играть. А как я же не хочу в него играть заново? Народ, пожалуйста. Я не знаю, он записал первую половину этой карты или нет. Ну, короче, мы прошли. Я... Между сериями прошлой это. Ты сделал это. Серьезное дело. Бритва точно это заметит. Катался по карте и собирал, улучшал себе тачку. Алекс, мы разобрались в ситуации. Копы в горных штатах заодно с Коберном. Он продавал там конфискованный товар. Если докажем его причастность, Зои сможет его взять. Неплохо. Вот так вот. Давайте пойдем дальше выполнять задание. Это, наверное, последняя часть за сегодня, потому что у меня память везде уже заканчивается, а именно как-то выкручиваться от этого. Из этой ситуации, потому что без памяти сидеть что-то не очень хочется. Мне главное отправить некоторые ролики в YouTube и все остальные срендерить. И все. Я просто хочу достаточно быстро пройти эту игру, потому что вдруг сейчас опять обновление выйдет и опять русский язык работать не будет. Эх, как один раз уже было. А так, если я пройду, все нормально. Мне кажется, мы уже все равно уже на последних стадиях. Это какая-то часть, 20-я уже. 30-я часть, фиг знает уже. Вот на таких заданиях я и собирал себе эти очки. На подобных заданиях, кстати. Не совсем на таких, а на подобных. Получится. Вот тут на таких мы я и фармил себе эти очки. Вот тут ваш минус 15, ничего себе. Ой, уже 43 уровень. Не особо заметил это, ну ладно. Прикольно. 43. Скоро 50 буду. Привет. Че, тут задание? Найс. Плюс 17 это свежий бронза. У нас проблемы. Роксана в беде. Ее взяли копы. Что? Как? Почему она не с тобой в штабе? Она подключилась к изолированному серверу, чтобы узнать, что Коберн делает с изъятым товаром. И началась тревога. Сейчас укажу тебе маршрут. Опа-на.
У нас пара секунд, прежде чем Коберн появится со своими людьми. Делайте все как можно быстрее. Че она на вы теперь? Принял к сведению. Че он так на вы стала резко говорить? Опа, какой близко был. Течка. Типа. Не разбей машину, Алекс. Конечно, да, местечко-то хорошее выбрало. Снег. Ну зачем ты сюда влепилась? Что? Осторожно. Ё-моё. А как мне хп избавились-то первые? Да будет плотно, народ. Очень плотно. Моя машина... Чё она паникует так сильно? Моя машина... Её заносит, она же... Ё-моё... Для таких дорог не рассчитана была. У меня же эти... Вездеходы есть. Которые для как раз для таких дорог и сделаны. Это прям по горам и на такой машине. Это нормально? Вообще она дает. Отправила меня. Осторожно. Ты чё, осторожно, моя машина, хочу и порчу ее. Вот если на ТЕ бы в машине бы ехали, то ладно, я бы был осторожен. А так и на своей машине. Осторожнее. Плиз, shut up. Я так в панике сижу. На такой дороге ездить я ненавижу. Она леденющая. Под снегом. Скользкая. Тормоза плохо. Осторожно. Работают, будь тихо. Я в панику еще буду впадать. 8 километров за 4 минуты, это невозможно. Да, я сдаюсь. Мы еще постараемся, конечно же. Побольше бы таких прямых дорог. Я, наверное, справлюсь. А так... Не. Пожалуйста, будь тихо. Это я не знаю. Это Кирья, зачем? Вот серьезно, запихнули лед. И вот такую машину, которая сложно управляемая. Машина? По льду. Где логика? Осторожно! Кстати, я как раз по таймингу ездим, можно так сказать. Блиш, это вообще паники. Отстань, все будет тихо. Как голос выключить? Мне лень настройки включать, потому что я еду. То собьюсь и будет очень все плохо. Пять километров? Не, вряд ли успею. Осторожно. Близ, shut up. Я сейчас свою машину сломаю. Зачем сделали такое задание? Вот это я тоже переигрывать никогда в жизни не буду. Вот никогда в жизни переигрывать это я не буду. Осторожнее. Молчи ты своим осторожнее. Я знаю, врезался так врезался бывает. Почему у меня деньги есть? Осталось 2 минуты. Примерно 4 километра. Но сейчас более такая прямая дорога. Может и разогнаться, блин, так хорошо получится. Получится разогнаться. А там просто не получается разогнаться. Машина просто не разгоняется на этих поворотах. Ну, как вы сами видите. Я не знаю, что... Тут колеса не для этого были сделаны. Не для такой дороги. Давай, есть.
боже мой, я вряд ли успею. Хотя у меня есть, конечно, возможность, но я мы. А че так далеко-то надо, я не могу понять. Копатыч. Тут вот это. Осторожней. Я немножко в панике, вот серьезно, народ. Это такое задание, где я напрягаюсь очень сильно. Могу психануть. Вот таких, мы это... близко, Алекс. Очень близко. Чё он такой в панике-то? Выложись на всю. Вот тихо, и все, пожалуйста, и все будет нормально. Если бы молчал бы, я, наверное, еще бы все лучше бы сделал. Все, наконец-то это задание закончилось. Засриться можно. Ну хоть серебро, ну хоть какая-то награда хорошая. Ну. Чердец просто, ну ты даешь. Чуть не попались. Нашла что-нибудь? Нужно просмотреть файлы в штабе, но если будет что-то на Коберна, я сообщу. Неужели все? Она что, исчезла? Испарилась. Вот так вот. Вот, хоть какая-то нормальная машина для боли. Для таких трасс сделана. Подходящая машина. Наверное, на ней вообще... Ух ты, смотри, песок. Прикольно. Что такое? Это проехать 1000 километров, да? О, зачем мне сюда телепортировали? Ну хорошо, давайте я сюда проеду. Если надо правда проехать 1000 километров, давайте я проеду. Там машинка ничего такая в награду, если что. И можно и проехаться, почему бы и нет. Увидимся потом в задании. Ну что ж, у нас тут остался 1 километр. Ничего такого. Не хочу эти задания делать. Но это все. Да, это надо реально проехать 1000 километров. Хорошо, это не копы, хотя это выглядит машина как копов. Я бы с радостью, наверное... Как вам сказать? Проехал бы, но сейчас не надо. Там 6 дней, то есть может даже будет на стриме, будет поездить когда-нибудь. Вот, одиночку. Алекс, у нас большие проблемы. Похоже, Коберн тебя заказал. Ничего себе, быстро. Что делаем? Тебя собираются убить. Сыграй на опережение. Опа. Вот он. Выноси его. Да, золото я знаю, я же профессионал в этом деле. Ну чё, погнали, чувак. Молодец, покончи с ним. Так, заново. Я зря повернул. Надо было прямо ехать, прямо просто и все. Выноси его.
Опять пролетел мимо. Ладно, так уж и быть. Поеду я за ним. Чё от меня убегает? Может тоже меня убивать, а не её. Ах, убийца. Молодец, покончи с ним. Отлично. Всего лишь чуть-чуть. Я думал, что я больше снес. Удар был достаточно хорош. Ездит непонятно где. Да. Может, давайте на дорогу выйдем, а? Мистер Киллер. Попался. Бей еще. Попался. Давай. Мистер Киллер, убейтесь, пожалуйста. Я сейчас догоню и снесу. Инфосотка. Плюс у вас машина слабая. Вот у меня мощная. Вот такие дела. Отлично. Тла хп, но у тебя она бронированная. Согласен. Что тебе снести хп, это надо постараться. Я постараюсь, не переживай. Я такой человек. Опять в лес, а. О, народ. Привет, пока. А, сейчас догоним, подожди. Сейчас он обратно на железную дорогу выйдет. По крайней мере, подъедет к ней. Что, заверен же? Точно. Прям угадал. Вообще, я не знаю, это серебро, наверное. Я с ним долго гонялся. Да, серебро. Пятнадцать. Нормально, сойдет. Радоваться рано. Коберн до последнего будет пытаться достать меня. Результаты? Блеск, если не считать, что мне угрожают смертью. Что нового? Данные по новым операциям Коберна. Акула. Координаты у тебя на карте. Я акула, народ. 44 уровень. И посылаю дальше и дальше. И опять на этом машине. Вы что, издеваетесь, что ли? Я не хочу ехать на этой машине. О, боже мой. Опять по снежному биому. Ух ты, как я заспавнился. Прикольно. Хе-хе-хе. Наверное, даже отсюда надо заехать, сюда взять фигню. Где она? Ха-ха, лол. А кто-то читер. Вот так и живем, наверное. Тут так и телепортируемся. Вот так и делаем. Вот это вообще на изи вообще. Не даже. Вообще. Короче, вы поняли, да? Ладно, увидимся скоро.
Народ, ну меня вообще на дорогу вывели, это как? Странная полоска, странная. Теперь она вообще меня водит по непонятно по каким дорогам. Но зато быстренько доберемся до сюда. Тут, наверное, можно спрыгнуть, да? Не самый лучший выход, но он сойдет. А, нет, не сойдет. Ну и ладно, начнем гонку сразу же. И просто в тупике. Там сейчас. Алекс, Роксана вычислила тех, кто сбывает конфискованный Коберном товар. Они делают ставки на местных гонках. И если победишь, сможешь поболтать с ними. Если? То есть когда? Если? Так, Алекс, я сделала ставки. Теперь порви всех. Будет сделано. Мою машину колбасит. Да, тут будет неудобно ездить. Вот. О, зря ты так сортуешь. Ты знаешь, что делать. Просто взять и порвать всех порвать, да. Вот так. Можешь забирать? Да, ну. Знаете, народ, можете просто меня не играть, я тут уже все. Считай, что я выиграл. Можете сдаваться. Покидать гонку и так далее. Мне тут не выиграть. Конечно, у вас есть возможность. Но я вам желаю удачи на этих дорогах. Вот просто да, желаю удачи мне погнать. Я уже немножко поездил, тут ненормально. Привык. Как знаете. Да, да, ну. Сдавайтесь, что нас на секунду там, видите, паровозиком ездите. Вы что? Вообще. Не могу я. Они что-то еще со мной хотят сделать. Понимаю, сейчас тут на этих больших колесах машинах ездили, да, вот тогда можно было еще побороться, да. А тут, ну, это, знаете, гоночная машинка на льду вообще, одни дрифты только я умею делать. Ну, вы так не умеете, просто все, да. Опа, на, оп, все. И кирдец им всем. Смотрите, мы отстаем, они отстают, точнее, на 8 секунд от нас уже. На 8, ё-моё, секунд. Это же тонна времени. Ну-ка, за 8 секунд. Чай сделать, садить. Все на первом остаться. Ну, мне догонять, молодцы. Вот это я ожидал. Вот 8, что означает местные гонки, да? Местные гонки. Какие они тут местные? Местные вообще какие-то криворукие люди. Эх, вы. Вот не представляешь, как, зачем они... Вот, ну-ка понять, зачем они связались с V4? Я же, ё-моё, V4, скоро V6 буду. Ну и чуть-чуть еще я буду в 8 спокойно стану. Мне как бы не сложно, могу уже стать. Захочу, конечно же. Но еще просто не хочу и не ставлю еще. Ну, знаете. Пусть бритва там еще немножко посидит наверху. Пусть посидит. Все равно недолго осталось. Нужно это использовать. Никто не запрещает. 8 секунд отстает. Да. Вот так вот, народ. Вот так связываться с V4. Ну, честно, у них тут дорожки. У них тут трассы такие огромные, что вообще кирьез. И все по снегу, все по снегу, все не хватает снег. 16 секунд. Ах, слышь. Это, понимаете, второй, который я видел, оторвался достаточно далеко от них остальных. Остальные там вообще, муж уже за 20 секунд сидят. Подождите, я торможу, да? А машина едет, так и едет. Можно на газ не нажимать, а просто поворачивать и все. Да, и на пробел никогда не нажимайте вот в этих ситуациях. Потому что вас занесет так сильно, что вот вас еще никогда так не заносило, как вас заносит. Иногда. О! Неужели нормально осваивает? О боже мой. Какая тут треска игры. Ой, народ. Теперь у вас есть возможность меня догнать.
Да. На асфальте я не настолько читер, как по льду кататься. Ой, догоняет Вася. Расслабляться не очень-то и надо. Тот, наверное, на того чувака, который сейчас едет вторым, да? На него, наверное, много-много ставок поставили. Хм. А я тут. Чё я тут? Да, я тут такой. Аутсайдер просто. В этих гонках. Обо мне почти никто не знает в этом районе. Потому что я же это. Батя. Еще тут вообще-то меня не было. Я уже батя, смотрите. 14 секунд. Это рекорд всего этого. Мировой вряд ли. Может, 50 уровней тут на самых мышек. И донатера особенно. Тут коня всякое может быть. А так я тут самое это быстрое. Опа, на Вася, тебя есть возможность мне догнать. Я врезался. Я врезался. Вообще будет где-то секунд 10, наверное. Потому что я врезался, много времени потратил. Впереди финишная черта. А, что, все что ли? 12 секунд всего лишь. А. Мне осталось на 18 около 20 секунд. Ну и ладно, бывает. Какие-то они вообще никчемные вообще люди, блин, вообще на изи. По льду, Вася, по льду, да, вот 45-й. 38-й. У меня тут запчасти 40-го уровня даже есть. Ты что, золото? Ух ты. Я аж золотой мальчик. О, как, о, там чуть-чуть бы это... Ух ты. Опа-на. Теперь вы отдадите мне свои тачки. Может, есть другой вариант? Возможно. Моя подруга хочет узнать все о продаже конфискованных машин. Расскажите, что знаете, и можете быть свободны. Бегает. Коберна уже доставлен. Группа захвата только его и ждет. Ты готов? Действуй. Мы убираем Коберна, и тогда бритва твой. Координаты на карте. Погнали. Вот и улики. Следующую партию контрабанды люди Коберна сбрасывают с воздуха. Потом везут на машинах. А если я окажусь там первым? Именно. Ладно, Алекс. Попытка у нас одна. Мы действуем против Коберна и его людей. Нам нужно забрать улики у них из-под носа. Считай, они у нас в кармане. Доберись до ящиков. Хорошо. Ща доберусь. Не боись. Вау-вау-вау. Время. Не надо поджимать. Я же никто тебя не заставляет. Так сильно поджимать. Не знаю, сколько мы машин только купили? Я купил всего лишь две или три машины всего лишь, да? Да, я три машины всего лишь, да, купил? Прикольно. Я только с тремя машинами. Четыре машины, четыре, это был как бонус вообще-то. А так я купил три машины. То есть, значит, первая, которая самая была, да? Тот Dodge и... Чё у нас там вторая машина была, уже не помню. И все. А нет, у нас только три машины, то есть я только две купил. Нет, у нас четыре машины. В общей сумме. У меня два Dodge. Ну, вот это, еще один. Chevrolet и... А, да-да-да, там этот был. Погани, не Погани. Или Погани. Да-да-да, вот эти три машины, и все. Я с тремя машинами тут всех разнес. Представляете, да?
Вот это как бонус, 104 машины, все. 4 машины, и все готовы. Да-да-да, я опасный человек. Бывает, бывает. Время, время, подожди, 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 подожди. Алекс, люди Коберна вот-вот будут там. Вот-вот. Так, тихо, время. Время. Время, не дури. Время. Ящики перед тобой. Время, не дури. Я тебе говорю, не дури. Понял? Все. Время. Ты даешь. Что теперь? Опять машина трясет. О, мэр. Алекс, поторопись. Похоже, разборки ФБР зашли в тупик. Не будет улик против Коберна. Я закончу карьеру на Аляске. Не волнуйся, я найду их. Найди ящик с уликами. Вот так вот. А, надо найти, да? А если он окажется с тех 20 ящиков, которые я не сломал? Что делать будем? Будет неприятно, я знаю. Просто над этой точкой пролетел и все. Так. Так бывает, промахнулся, бывает, бывает, бывает. Так, раз, два. Ах ты ж. Три. Можно мне именно такие подборочки с коробками? Ну, что-то подобие такое, только еще ближе. Да, и чтобы я их не пропускал. А, то все плохо. Это я в курсах, не переживай. Половину я... О, кстати, ты сказал сам? Ух ты ж, вот это поворот. Я-то думал, тебе опять будут тебе напоминать это. Это только половина. Алекс. Давай поторопись. Ах ты ж. Ладно, всего что 20 коробок может быть пропустить. А больше пропускать нельзя. А то попа будет нам. Ничего себе тут расстояние от коробок до коробки. Все, погнали туда. Смотри, тут такая спиралька. И? А чё спиральку? Осталось немного. Вообще чуть-чуть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Времени не хватает. Времени не хватает. Так, плохо дело, плохо дело, плохо. Все очень плохо. Если бы не пропустил бы те коробки, я бы успел бы. Мне нужны эти коробки. Три штуки. Yes. Фу! Я смог. Алекс? Зои, товар у меня. Коберна взяли? Нет. Думаю, он лег на дно. Сукин сын. Порядок, Зои. Похоже, он решил сам разобраться со своим бизнесом. Не упусти его. И не подумаю. Yes. Все, погнали за ним. Ну все, Вася. Я тут. Знаешь, а копы? Копы? Копы могут вообще тебя скрутить просто так. У меня доказательства теперь есть. Даже видеозапись. Ха-ха-ха.
Давай. О, ты пришел туда, где я начинал, кстати. Куда едем? Чувак. Слышь? Куда тащимся? Странно, вообще не болтает. Чувак, у меня машинка, знаешь, такая. Достаточно мощно что-то и разнести. Если что, тебе будет тю-тю, а мне будет нормально. Я знаю, я добрый человек. О, да. Я подъехал к нему поближе. И все, сейчас будет чики-пуки. Кстати, кажется. У меня оно есть, в отличие от тебя. Так дело не пойдет. Мы же с тобой оба взрослые люди и можем как-то договориться. Гражданский! Боже мой, ну ты чего, гражданский? Ё-моё, а? Вот застрелиться можно. Кирдес просто. Эй, он уходит. Дурацкий. Вот ненавижу гражданских, вот теперь я вообще их ненавижу. Зои, товар у меня. За ним, Алекс. Боже мой. Так, столбы, вам еще тут это. Вас тут еще не хватало. Машинку. Класс, держи его. Тихо, Вася. Эй, он уходит. Вася. Попался. Уйдет, ей-богу, уйдет. Теперь не отпускай его. Попытаюсь, но моя машина, она такая дурацкая. За что ты мне такую, Зои? Что ты мне за машину дала? Такая какашка, не могу. Класс, держи его. Ты Тейлор, да? Я в принципе тебя понимаю, парень, но подумай лучше о будущем. У меня оно есть, в отличие от тебя. Так дело не пойдет. Мы же с тобой оба взрослые люди и можем как-то договориться. Нет! За что? О боже мой! Попался. Я ночью буду. Серьезно. О, нет, тихо. Чертец, не могу эту рассказать. Не вижу это задание. Оно самое нелюбимое. О, боже мой, 48-й, 46-й уровень. Зои, я его нашел. Едет к аэропорту. Спасибо, Алекс. Мы его возьмем. Сукин сын. Спецагент Билл Коберн. Вы арестованы по подозрению в отмывании денег, преступном сговоре, сговоре на убийство и во всем, что я только смогу придумать. Ты даже не представляешь, что ты делаешь. Я представляю. И поверьте, это чертовски приятно. Наконец-то мне машинку-то вернули. Черт, не знаю,
это удалось. Я вышел. Но ячейка в Вегасе теперь работает как часы. С этого момента можешь считать себя V6. Рад слышать. Но есть кое-какие проблемы. Возможно, ты слышал об этом. Мой партнер по бизнесу попал в неприятности. Я вижу только 5-10, приносящих тебе деньги. Ха-ха, так и должно быть. Двигай на запад. Я готовлю схватку, и я хочу, чтобы ты участвовал. Какую схватку? Схватку 5-10. Тебе понравится. Я собираю всех боссов. Погоняться, подраться, обсудить дела. Ты с нами? Я в деле. Опа-на. Народ, спасибо, что смотрели. С вами Джоу. И всем пока.